Привет всем! Добро пожаловать обратно! Варлок трясет головой на камеру, у него наушники ездят. И играет Slay the Spire на twitch.tv/varlocktd. Безмолвное 20-е возвышение. У нас такие вот, ну, такие успехи в этом возвышении. Пока никаких. Мы играем. За безмолвную плохо получается доходить до финального босса. Мне все говорят, что билд на яд единственный билд, который проходит 20-е возвышение. Пока я в это не верю. Пока что я хочу все-таки сделать рабочими заточки. И может быть мы можем попробовать колоду на сброс. Но для колоды на сброс я не совсем вижу, как она может, работать без каких-то реликвий на сброс. Поэтому потерять все золото, получать редкую реликвию. Практически идеально для двадцатки. Поэтому погнали. Окей, это сухая ветка. Она уже у нас недавно была. Но с твич модом. А теперь я попробую сделать сухую ветку рабочей за безмолвную. Как? Что дает нам конкретно сухая ветка для безмолвной? Ну, скажем так, она автоматически нам игру не выигрывает, как тому золотоносцу. Очень даже приблизительно не выигрывает. Но она делает карты, которые сжигаются, ну, поинтереснее, намного интереснее. Я боюсь, здесь попадется Лагавулин, и мы просто умрем, так что мы туда не пойдем. И поскольку вот теперь 100% всегда заточки у нас будут сжигаться, вместо них будет даваться другая карта. Ну, например, во все тяжкие получить вместо проклятия, это очень круто. То есть я здесь ничего не могу сказать, это мега хорошо. Но это будет не всегда так хорошо и приятно. В лейт-гейме, когда у тебя не так важно для тебя вот эти новые карты получить, и когда бои долгие, честно говоря, это может немного мешать. Ну вот что у нас есть. У нас есть меткость и отравленный нож. Мы сразу прям вот нас поставили перед выбором: в заточке или в отравленный нож. У меня билд с глазом змека затащил двадцатку. Блин, вот я не вижу, как глаз змека с безмолвной играть. Нет, я вижу, берется карта остановка времени, и карты делаются бесплатными, и пофиг тогда, сколько они стоят. Но это нужно везение. Меткость, травленный нож. Меткость, травленный нож. Для меткости надо еще заточек. Ну и с заточками хотя бы сухая ветка хоть как-то работает. Я сделаю такой выбор. Выбор очень простой. Пока что меткость для нас будет мертвая карта, которая не делает вообще ничего. Поэтому я выбираю яд. Джедай, спасибо тебе за донат. Го, мой мод. Может быть. Все может быть. Так. Дай мне хорошую карту, прилив сил. Нормальная карта. Йоу, Став, спасибо тебе огромное за донат. Привет, так лампово сидеть на твоих стримах. На других обычно стример ЧСВ немного. Спасибо. Я не знаю, есть ли в этом моя заслуга какая-то. Ну, наверное, чтобы быть стримером, надо как-то какой-то там ЧСВ иметь. Или как оно там сейчас называется. Что-то типа, ну, я крутой там, все такое. Я без понятия, я в этом не разбираюсь. Я стримлю не для того, чтобы кому-то что-то доказать, а просто чтобы расслабиться, получить удовольствие. Я не совсем понимаю, что такое ЧСВ, но это типа там, ты такой весь самоуверенный, что ли. Но я в этом плохо шарю, поэтому даже если бы мне хотелось, я не знаю, как мне себе ЧСВ повысить. Наверное, мне нужно, я не знаю, украсть у соседа машину. Тогда я буду такой, типа, о, я крутой машиновый вор. Машиновый вор. Grand Thief Auto. Неуловимость, рывок, акробатика. Ну, вообще-то, из этого всего, наверное, неуловимость, как бы. Я не скажу, что она must have, но карта универсальная практически в любой ситуации. Например, здесь неуловимость нам дает, ну, считай, 3 блока на следующий ход. Ну, сложно с этим спорить.
Йоу, так она пролом. Пока что от сухой ветки очень много позитива идет. Прямо тонна позитива. Пока она нам дала кучу бонусов. И я очень рад, что она нам попалась. ЧСВ — чувство собственной важности. Ах, вот как это расшифровывается. Ну ни хрена себе. Коварный удар, выбить друг, отравленный нож. Ничего не улучшенное. Я не знаю насчет еще одного отравленного ножа, нужен ли он нам. Мы как бы добавили неуловимость. Да, наверное, еще один отравленный нож не помешает. Здесь спокойно берем золото. Оно нам нужно. Мы потратили золото в начале. Золото нам очень пригодится. Выживание — бум. Отравленный нож — бум. Удар — бум. Прекрасно. Нам нужно очень аккуратными быть, добавляя в колоду больше. Так, 6. Это 18 урона. Плюс 2 на нем. Это 20. Плюс 3 от яда. Мы его убить не сможем. Поэтому блок, неуловимость, отравленный нож. Нам нужно очень аккуратно дальше добавлять в колоду яды, проклятия и все такое. Ибо надо сохранить баланс атаки и защиты. Но ничего не могу сказать, колода пока что проходит комнаты идеально. Но здесь умри, 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 мы берем. Она сжигается, работает суховетка, это массовый дамаг. Ну, я не скажу шикарный, хороший, окей. И первый апгрейд, ну, как обычно, что ли, обезвредить. Нет, мы урон себе повысили нормально, но обезвредить — это и защита одновременно с уроном, так что так. Никаких элиток. Не элиточное настроение у меня абсолютно. Так, это тебе. Это мне. Это тоже мне. А это тебе. Пока идем так, как будто даже не 20-е возвышение. Шикарно себя чувствуем. Никаких проблем. 6 блока, 11 блока. Прекрасно. Идеальные бои, но никаких трудностей. Опять меткость попадается. Ну все, приехали, хорош. Хорош пока что повышать ДПС. Он у нас есть. Я не думаю, что вечная агония зарулит. Хотя вечная агония сжигается. Окей, знаешь что, я передумал, вечная агония. И раз мы ее будем всегда использовать, я именно для урона проапгрейджу именно ее. Потому что работает сухой веткой, мы ее всегда будем играть, когда она к нам приходит. Орехалк. Окей. Так, теперь выбор пути. Мне нравится левый путь. Если захотим, если будем себя очень хорошо чувствовать, мы можем зайти там на элитку. И много боев. А бои у нас идут очень хорошо сейчас. Вечный огонь — раз. Ветка — смотрим. Так, облако слабости выгодно. Но это одна из немногих защит, которые у нас есть. Окей, отравленный нож плюс погибель. Либо облако слабости, погибель, например. Отравленный нож плюс погибель даст нам 6 плюс 14, 20 плюс 3. 23 урона. И плюс еще удар, мы можем добить этого паразита. Мы получим урон от этого. Но заблокировать мы все равно ничего не можем. Если мы сыграем облако слабости плюс блок, то нам будет идти 8 урона, а из них мы заблокируем 5. Это мы получим только 3. Если мы сыграем отравленный нож, погибель и блок, мы, наверное, получим еще меньше. Да, этот получит бонусы, но он под слабостью. А, мы его не убьем, отравленный нож, погибель. Это будет, опять же, 20-23 урона только. Нам нужно еще удар играть. Здесь будет 6 урона. Короче, облако слабости... Стоп, оборону нам не стоит играть. Потому что у нас орехалк. Естественно. О чем вы говорите? Конечно. Поэтому мы делаем вот так. И получаем 6 блока от орехалка. Идеально. Йоу, Став, спасибо большое за донат. Неужели Slay the Spire такая хорошая игра? Даже не попробовал, не пробовал поиграть. Йоу, Slay the Spire — бомба. Один из лучших рогаликов за все времена, по моему мнению. Слизняк, слизняк. Против него нам лучше взять взрывное зелье.
Уйма клинков, шипы, смертельный яд. Все это хорошо. Смертельный яд не лишка? Я думаю, смертельный яд лишка по урону. Да, яд это круто, но это не редкая карта, его добирать сейчас не стоит. Я чуть-чуть вот думал насчет того, почему у нас не получается возвышение. Я думаю, что мы слишком много яда набираем, потом сливаемся на следующих этажах. Мне нравится идея шипов. И так вот, с тем же орехалком, они нам очень хорошо могут зайти. Раз, два, 13 блока, ты нас не пробьешь. Ты знаешь, мы можем здесь пить зелье регена спокойно. Это будет долгий бой. Умри, 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 лучше оставить на то, когда он разделится. Нет, Slay the Spire огонь, просто огоньский огонь, и тут больше мне нечего сказать. Идеальная игра для меня, она мне очень нравится, я в восторге от нее. Мы его сейчас будем разделять, да? Он разделяется, 69 здоровья, он разделяется на 35. Если мы сделаем на него один отравленный нож, это будет 7 урона, то он разделится. Альтернативно можно 2 неуловимости и не разделять его. Но на следующий ход мы также будем под слабостью, у нас будет меньше дамага. Окей, мы разделяем. Катализатор, good. Нифига не good. Сколько он нам дает? Он нам дает 4 урона. Нахрен он нужен? Ну, хотя, с другой стороны. Или мы можем либо получить 5 защиты, либо нанести 4 урона по обоим слизням. 5 защиты на следующий ход. Знаешь, я выбираю 5 защиты. Нет смысла с катализатором морочиться, и брать его не стоит. Опять сухая ветка, только на безмолвной. Ну, вот я и говорю, блин. Везет как утопленнику. Шипы, еще одна неуловимость. В принципе, нам пофиг. У нас 10 блока на следующий ход есть. Нам эти чуваки вообще не страшны. Мы будем под слабостью, это будет долгий бой. Банку взрывного зелья здесь нельзя тратить. Нам нужно ее экономить на максимум. Так, что у нас по дамагу? 9 плюс 12, хер равно слетит. Можем кого-то убить? 7. Можем убить вот этого чувака. 9 блока заблокируем. А знаешь, что, наверное, лучше? Облако слабости. Тупо слабость на обоих. Это тоже будет 9. Всего 18 урона. Нихера. Лучше 10 блока добавить. 20 блока. Нас пробивают на 1. И все. Решил лампово посмотреть тебя и похоровать. А дома только хлеб и маргарин. Никитосичевич, спасибо тебе огромное за донат 302. Так, что значит хлеб и маргарин? Ты опять? Я тебе говорил, купи килограмм риса. Хотя бы 1 килограмм. Блин, и вари себе рис. Ну что за фигня? Орехалка, орехалка, орехалка. Да, чат, вы правы, орехалка. Точно, я лох. У нас есть орехалка. Да, вы абсолютно правильно говорите. Я опять про него забываю. Так, облако слабости. Можем убить вот этого чувака. Нет, знаешь, что для нас тут самый лучший ход, наверное? Орехалк дает 6 блока. Как бы так сделать, чтобы здесь не получить урона? Два удара убивают слизня. Минус 8 урона у них. Остается 12 на столе. Облако слабости плюс удар сюда. Убивают этого слизня. На столе остается 9 урона. Тоже не очень. 3 удара убивают вот этого чувака. На столе остается 8 урона. Включается орехалк, дает нам 6 блока. Наверное, вот это самый наш такой нормальный вариант. Просто убить вот этого парня. И не изобретать велосипед. Ну не вышли мы отсюда идеально из этого боя. Но это сложный бой для первого этажа. Еще одна копия шипов. Наверное, нет. Уловка с сухой веткой нам всегда даст опции.
И чаще всего будет давать нам защиту. Уловку надо только проапгрейдить, чтобы она нормальная была. Так, смотрим. Идеально, просто идеально. Оборона, оборона, во все тяжкие 14 дамага, как с куста. Ну, в этом, в принципе, задача нашей сухой ветки. Это вытаскивать нам... вытаскивать нам карты, которые нужны именно в этой ситуации, в данный конкретный момент. Подсечка, план побега, шквал кинжалов. Подсечка дорого и медленно. Мы набрали урона. Ну, не столько, сколько могли бы. У нас есть шипы. Подсечка с шипами рулит. Поскольку у нас есть шипы, я думаю, мы подсечку можем себе позволить. Не было бы шипов, я бы подумал. Проклятие, минус. Минус. Итак, вопрос. Элитка или не элитка? Если не идем на элитку, то мы еще раз апгрейдимся перед боссом. А проапгрейдить мы хотим, наверное, шипы, либо уловку. Я выбираю... я выбираю на шару получить Амамори. Это было стрёмно. Окей. Шипы, уловка. Отсечка. Шипы, наверное. Такой самый апгрейд долгоиграющий. Раз, два. О, сейчас будет ход. Ну, ты знаешь, не такой уж прям жирный ход, как хотелось бы, ну ладно. На самом деле, да, не очень. Потому что умри, 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 я здесь тратить не буду. Мы подождем. Не вижу смысла. Йоу, скачущая фляга. Это очень хорошо. Искачающая фляга здесь, кстати, нам не очень подходит. Мы намного, намного выгоднее шипы сыграть его все тяжкие. Искачающая фляга потом. Варлок, будет еще мод на пистолет у вас? Если ты имеешь в виду пиратский мод, то, наверное, мы посанем. Так, мы его не разделим. То есть, наша задача здесь блок. 17 блока плюс зелье защиты. Блюм, бум, 29 блока. Мы получаем 0, он получает 5 сверху еще. И вот сейчас было бы идеально его разделить. Но не разделим. Разделим. Просто чтобы не получить слизь в колоду. Ну теперь самое интересное начинается. Сейчас пойдет дамаг нам в лицо. Хрупкость для нас страшнее. Скачущая фляга слишком... слишком дорого. И 9 яда, но это не серьезно против этих чуваков. Сейчас наша задача выживать. Надо было сначала сжечь, конечно, посмотреть, что там хищник. Окей, они уже вдвоем не кастуют, уже легче. Продолжаем в том же духе. Не получаем дамаг. Просто не получаем дамаг. Ты слизь мог сжигать, алло. Да, мог. Поздно. Окей, это оно, это перфект. Раз, два, три. Практически идеально. Так, чуваки ничего не делают. Мы слизь можем здесь посжигать, но у нас другая чуть-чуть задача. Мы сейчас смотрим на вот что-то типа того. Попробовать все-таки иметь не 50 тысяч стаков хрупкости, а поменьше. Снова два удара убивают слизня, у которого 8 хп. Или один во все тяжкие. И плюс играем сверху выживание. И слизь. О, так лучше. Слизь, смотрим, что дает слизь. У нас все нормально. Могло быть лучше по здоровью.
Ничего не могу сказать. Хрупкость сейчас закончится. Это последний ход хрупкости. И у нас орехалк. Я, кстати, лох. Мне не надо играть сейчас в защиту, когда у нас орехалк. Фак. Надеялся на что-нибудь за ноль, но в любом случае взрыв трупа здесь решает. Если мы проживем еще ход, два, то взрыв трупа все решит. Мы не проживем, да? Или проживем? Застывшее время, ты нас спасешь? Спасет. Я не уходил. Йоу, Джош, спасибо тебе огромное за донат, целых 70 сердечко. Ты так и понял, что ты тут живешь теперь. Спасибо тебе большое, чувак. Добро пожаловать на стрим. Надеюсь, тебе понравится, получишь какое-то удовольствие. Такое странное от этого. Так, какие дела? Адреналин, умри, 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 1000 порезов. Ну смотри. Тысяча порезов. Дорого, весело. Дамаг. Пассивный. Надо апгрейдить, обязательно. Без апгрейда, ну не трэш, но не так хороша. Адреналин. Работает с сухой веткой. Дает энергию, которая нам нужна. У нас есть подсечка. Плюс мы всегда эту энергию можем потратить на карты от сухой ветки. Умри, умри, умри. Массовый дамаг. У нас есть одна копия. Ты знаешь, адреналин, по-моему, идеально подходит. И мы не берем разбитую корону. Я учел. Я научился. Разбитая корона убивает забеги. Я уже это понял. Раньше я ее считал очень хорошей реликвией. Но что-то в последнее время я очкую. Теперь, рунический купол, хвост ящерицы. Рунический купол на самом деле не так плохо, смотря кто нам попадется. Попадаются Дона и Дека, ну мы знаем, что, как, какие атаки они делают. Дона и Дека всегда делают одинаковые атаки, мы, рунический купол никак не влияет. А попадается Таймлорд, у него атаки рандомные. Вот когда Таймлорд что делает, я не знаю. Ты не можешь знать, там рандомно. Второй этаж. Что там страшно? На втором этаже с куполом самое страшное это... Слушай, там все с куполом страшные, потому что рыцарь рандомные атаки. Призыватель этих пламяголовых, рандомные атаки. Купол, наверное, будет рип. Нам нужно брать сейчас хвост и надеяться на то, что нам выпадет энергия на следующем этаже. Ну или я не знаю. Никита Ильич, спасибо большое за донат. Чат Варлок, подскажите, как сварить надоевшую гречку, чтобы она перестала быть надоевшей. Ха. Окей, слушай, с гречкой есть несколько фишек. Во-первых, гречку после того, как ты ее сварил, дай ей остыть, а потом поджарь на сковородке. Все, проблема решена. Обжариваешь ее, туда можно лучка порезать мелко. То есть сначала делаешь зажарку из лука, туда гречку, все это перемешиваешь, совсем другой вкус. Ну чего, вареная гречка, конечно, тебе надоело просто вареную гречку хреначить. Я бы уже тоже повесился. Нет, просто, блин, поджарь ее. Все, проблема решена. Или как ее можно сварить, интересно? Вот здесь не подскажу. То есть это точно не ко мне. Йоу. Это перфект. Мы здесь можем захреначить кое-что красивое. Надо тогда делать тебе вот так. И вот так.
шипы врубаем, он себя убивает об шипы. 6:5:30. Он мертв, окей. Его дальше бить не надо. Потом умри. И вот так тебе. А, из-за орехалка можно было на него и слабость не делать. Ну, пофиг. Шипы здесь тащат, нереально. Прекрасный первый бой. Супер идеальный. Ха. Окей. Тушенки в гречку добавить? Не, ну если есть тушенка, конечно, блин, можно что угодно туда добавить. Тушенку куда просто можно открыть банку и съесть. Это же не то, что... Тут фишка в том, как сделать гречку, если нет тушенки. Ну, имхо. Это вариант с... Фак. Это вариант с поджаренной гречкой. Окей. Тингша, который мы не можем купить. Можем взять аптечку здесь. По картам есть метаморфозы. Но мы когда-то недавно пробовали с метаморфозами играть, мне не очень понравилось. Мне нравится наша колода. Мы улучшили все удары и обороны. Это первый шаг к победе. У нас есть улучшенное, все идет по плану. Неплохо было бы добавить добора сюда. Можно убрать что-нибудь. Есть у нас еще магазины в ближайшее время? До конца этажа. До конца этажа магазинов точка нет. Только если мы не пойдем через элитку здесь. Что мы можем, в принципе, сделать? С майонезом сделай. Ну и майонез, конечно, в гречку потом уже в поджаренную можно добавить майонеза. Тоже круто. Ну, жирно и станешь толстый, но можно. Облако слабости. Было бы отлично, если бы у нас была энергия. У тебя подушка, иди на элитку. Ну, если мы пойдем на элитку, нам, наверное, нужно дамага еще. Может быть, во все тяжкие. Но с другой стороны, на сброс ничего нету. Облако слабости хотя бы сжигается. А, статусы сжигаются. Окей, мы берем аптечку. Мы сжигаем статусы с сухой веткой. Получаем плюшки. Окей, аптечку взяли. Хорошо. Дальше, во все тяжкие. Стоит оно того. Просто ради повышения урона. Настолько ли он хорош? Облако слабости одновременно и урон, и защита. Ловкость рук — идеальная карта. То есть здесь ничего плохого нет, просто две защиты как с куста. Плащ, кинжал, защита и урон и прок ветки. Да не надо нам эту ветку прям все время пытаться прокнуть. Начни удалять карты-то. Видишь, в чем фишка? Мы улучшили удары и обороны. Мы можем их больше не удалять. Они нормальные стали. Че нам удалять? Нет смысла мне улучшенный удар убирать. Нет, он хуже, чем отравленный нож, но не настолько, чтобы тратить бабло на его убирание. Наверное, какой-нибудь... Кто у нас босс? Ага. А там у нас нахрен чувак. Там рыцарь.
Рыцаря надо мочить на корню. Я думаю, что мы возьмем во все тяжкие одну копию. Или ловкость рук тоже пойдет. Окей. Я буду все-таки играть на том, что у нас мало энергии, и берем ловкость рук. Никита Ильич, спасибо тебе огромное за донат. Упс, а лука нет. Со стрима уходить не хочу, но спасибо за рецепт. Слушай, ну, лук, блин. Чем я тебе помочь могу, не знаю. Лук надо раздобыть, значит. Адреналин карта одноразовая. Смысл ее улучшать нам? А что-то такое, что мы постоянно юзаем. Мы всегда, абсолютно всегда будем использовать ловкость рук. Вообще, вот что ни случается, мы всегда используем ловкость рук. Но в принципе, чат правильно говорит. У нас есть королевская подушка, мы можем пойти на элитку. Но на эта элитка нам не интересна. У нас потом идет магазин, который нам не нужен. Мы потратили уже все деньги. Поэтому нафиг. 21 урона. Но охренеть теперь. Дайте мне еще блока, пожалуйста. Благодарю вас. А в Стиме есть герои на русском какие-нибудь? Без понятия. Должны быть, по идее. Прилив сил, ураган стали. Хрупкость у нас. Но мы ему уменьшим урон, и, по-моему, он будет бить на 10 после подсечки. Подсечка раз, да, он бьет на 10. То есть мы пропустим 2 урона. Стоит ли нам пропускать 2 урона, чтобы его чуть-чуть продамажить? С урагана стали. Ну, ураган стали его не чуть-чуть продамажит. Ураган стали его охренительно продамажит. Плюс всегда есть шанс получить что-нибудь за ноль вменяемое. Окей, мы шикарно его продамажили. Эх, я надеялся на ловкость рук. Ну ладно. Берем. Мы сейчас разыграем кульминацию. Ха-ха-ха. Бум. Чудеса. Так, все, хорош. Обычные атаки больше нас не интересуют. У нас сейчас хороший баланс между атакой и защитой. Я бы сказал, что не идеальный, но вменяемый. Шипы. Неуловимость, оборона. Против этого чувака нас интересует больше защита. Он сам себя об шипы постепенно убьет. Поэтому наша задача не получать урон. И как бы... и все. Благодарность за топ-карт Летоносца. Точка. Мои забеги стали намного более эффективными и успешными. Точка. Спасибо. Йоу, Ивантик, спасибо тебе огромное за донат 32 сердечком. Слушай, тебе спасибо тоже, что посмотрел топ-карт. Я не рассчитывал, что он вообще будет нормальный, я уж так. Ради фана в основном его снимал. Но я очень рад, что было полезно. Спасибо, что смотришь. Видишь, как мы играем здесь? Мы очень медленно, нам некуда спешить. Куда мы спешим? У нас все в полном порядке. Теперь дать хищника и все. Да? Да. Оглушающий крик на следующий ход оставить. Так и вот так. Аккуратная, медленная, красивая колода. Никуда не спешит, занимается своим делом. Фак. А, нет, у нас же Харри Халк, чё я боюсь. Он мертв. Шипы помогают, очень хорошо помогают.
О, улучшенный смертельный яд, я возьму одну копию. Да, я говорил, что сюда не надо больше карты, но улучшенный смертельный яд можно. Ну и вот вопрос, идем ли мы на следующую элитку? Наверное, да. В основном из-за королевской подушки. Погнали. Йоу, спасибо за умри-умри-умри, игра. Огромное спасибо. Нам сейчас это много зарешает. Это обезвреживание тебе. Он бьет на 12. Знаешь, надо было раньше это делать, но пофиг. Мы хотим 12 блока. То есть просто 2 обороны играем и все. Но если мы играем 2 обороны, тогда надо врубать шипы. Этих чуваков, да, было бы идеально хотя бы одного добить. Тогда шипы лучше не включать сейчас. Хотя, на следующий ход 99%, что мы их добьем. Йоу, тараканчик, спасибо тебе огромное за донат целых 50 сердечком. Спасибо большое, чувак. Ахера ты лупишь. Ну, чего вечная агония? Тащи. Вечная агония затащила, то есть ничего не могу сказать. Она тупо нас затащила сейчас. Просто. Как с куста. А на следующий ход мы будем дамажить. Перфекто. Ничего не могли лучше просить вообще. Так, и по дамагу здесь. Смертельный яд, хищник, да? Да. Дальше, чтобы мы не умерли на следующий ход, мы берем подсечку и оборону, наверное. Все равно добить мы его не добьем. Правильно? Ну, шансы есть, но лучше играть безопасно. Если совсем будет стрёмно, врубаем телепроворство. Но я надеюсь, что он сейчас будет бафаться. Он мудак, он не бафается, и мы уже не бессмертны. Даже если я взял сюда урон, мы бы его не добили. Так что 33 плюс 5. 33 мы заблочим. Раз. Два. Сильно мы на шипы рассчитываем, когда дамажим. Мы прямо вот ждем, что шипы нам убьют всех врагов. Это не всегда будет правда, особенно если нам не будет так вести с картами. Ну, здесь было без разницы, что нам играть. Нам, возможно, стоит взять еще одну копию шипов. Или знаешь, что было бы идеально? Талант. О, нож в спину. Да, я беру его. Улучшенный. Как бы сложно отказаться. Очень сложно отказаться. Так, это была наша элитка. Ты знаешь, я подумываю насчет еще одной элитки. Мы так хорошо здесь затащили, что, возможно, мы ее хотим еще одну элитку. Если здесь книга ножей, мы ее не боимся. У нас есть аптечка. И эти чуваки, здесь также аптечка помогает, как и на книге ножей. Это тебе. Это тебе тоже. Потом... Подсечка здесь нужна. Тоже обязательно. И сверху неуловимость. Бум. Сейчас мы чуть-чуть активируемся и начнем их тащить. Безбожно. Угу. Умри, умри, умри. Погнала. Вечная агония погнала.
16 здоровья. Можем добить? 6 плюс 9, да. И, ну, плюс яд здесь сверху. Мы получим 9 плюс 8, но без получения урона здесь мы рискуем. Мы не рискуем, если мы врубим древнее зелье. Вот что, кстати. Так. Плюс плащ-кинжал сверху. И мы ничем не рискуем, абсолютно. Обласлит в воздухе, конечно, сначала включить. Сэкономили пятнашку здоровья, заблокировали его дебаф, вот который был бы стрёмный для нас. Вот теперь... Слушай, может я не прав. Может был неправильный ход. Скорее всего. В итоге мы этот же дамаг получили на следующий ход. Ну, ладно. В следующий раз будем умнее. Так, теперь этот чувак. Потому что он бафает силу сам себе постоянно. Йоу, застывшее время. А, как бы, да. Раз. Два. Добора у нас нету. Три. Четыре. Выживание. Сбрасываем катализатор. Атака на пролом. Было бы хорошо, если бы ты не сбросил ураган стали. Благодарю. И ураган стали, ну тут просто одна заточка, не очень круто, но чего есть. Неважно. Да, получили здесь много урона, но это не важно. Все равно перед боссом лечиться. Поэтому не то чтобы у нас было много других вариантов. Ни одна рана в руку не попала. Ну, теперь-то они попали, но уже пофиг. Кунай. Перфекто. Едкие испарения. Ай-я, мама мия. Чуваки, забирайте мое золото, хотел сказать я и мискликнул. Нормально. Все в полном порядке. Не волнуйтесь. Просто небольшой мисклик. Не обращайте внимания. Ты труп, окей. Кунай врублен. Логика подсказывает едкие испарения. Но есть еще подсечка. Какие нахрен... Какая нахрен подсечка? О чем вы говорите? Так, раз, два. Йоу, рывок. 7 защиты. Нам как раз хватит. 5 плюс 7. 12. О, идеально. Просто супер. Пофиг на шипы. Двадцать два блока, они нас не пробьют. И сейчас будет застывшее время. Пошла жара. Пошла жара. Мы это делаем. Эта колода работает. Она работает медленно, и я волнуюсь насчет босса. На боссе у нас, ну, 50 на 50 шанс смерти. Я серьезно. Мы можем его убить? Да, мы его убиваем. 50 на 50 шанс смерти из-за того, что, ну, это не совсем тот босс, которого я бы хотел видеть. Взрыв трупа на нем бесполезен, на боссе. Но вообще-то нам он, ну, если не необходим, то... Блин, очень желателен. 73 здоровья. Ну чё? Чемпион. Адреналин, не знаю, стоит ли юзать сразу. Стоит посмотреть, что у нас еще будет в руке. Шипы, смертельный яд. Умри, умри, умри. Тогда сначала умри, умри, умри. Еще одна вечная агония, смотрим. Коварный удар, мы ничего не сбрасывали. Адреналин стоит сыграть, ибо у нас защиты никакой нет, он бьет на 13. Да.
кунаи сможем еще раз активировать? Да, и мы можем сделать, кстати, коварный удар бесплатно. Так, кунаи. Активировано два раза за первый ход было. Можем ли мы его три раза активировать? Но мы можем сыграть нож в спину. И можем еще две атаки сыграть и еще раз активировать кунаи в первый ход. И за это получить 13 урона. Нет, пожалуй, мы этого делать не будем. Чё-то я очкую, Славе. Включи мне шипы. Не надо мне такого счастья. Тоже очень все просто. Едкие испарения, яд врубили. А против него яд плохой, в принципе. Ну, не то чтобы у нас был большой выбор. Уловка дала трэш. Попробуем танцем клинков поискать что-нибудь интересное. Кульминацию нашли. Кульминация, иди, полежи. Отдохни. У тебя аптечка, Орехалк. А чего мне тут аптечка? Он же вроде статусы не накладывает. Взрыв трупа все равно, наверное, лучше, чем умри, умри, умри в таком долгом бою. Нет, знаешь, что лучше? Получить ловкость от кунаи. Намного лучше. Уху-ху-ху-ху-ху-ху. Гад такой. Снова можем активировать ловкость, но получим урон, что нам не интересно. И даже вообще нисколько урона нам не интересно получать. Ибо у него потом начнутся сильные атаки, когда он во вторую фазу перейдет. Нам потом все понадобится, вся наша выживаемость. Абсолютно та же ситуация. Не получать урон. Ну окей. Может быть, здесь так и не выйдет. Здесь, чтобы не получить урон, нам надо... Ну, а что мы удары сыграем? Мы ему броню все равно не пробьем, поэтому... Какая нахрен разница? Я не ту карту скинул, 100%. Вот сейчас активируем ловкость снова. Раз. Можем мы активировать больше, чем одну ловкость? Если застывшее время акробатикой вытащим. О чем я говорю? Как мы вытащим застывшее время и что мы с ним... А, ну да, мы можем вот так оставить и вот так. О! И держать застывшее время на всякий случай. Опять дебафы. Как ты мне надоел-то. Надо ли нам играть здесь застывшее время? Нам надо оставить застывшее время и подсечку себе в руках. Можем получить халявный коварный удар. Он нам нужен? Да? Потому что... Ну, а зачем он нам нужен? Без понятия. Теперь смотри. Бум-бум. А это мы держим. Если он сейчас атакует, мы заблокируем. У нас 22 блока. Он делает дебаф. Окей, готовимся к нему. Оставляем застывшее время подсечку на следующий ход. Пока что просто смертельный яд. Ну, там, кинжал. Можно танец клинков. Но я не хочу дальше заполнять колоду рандомными картами. Мне кажется, у нас так сейчас все работает. Да ты козел. Нет, вот теперь он делает мегабаф. Ну, между прочим, еще лучше. Мы 13 блока переносим. Писец у вас дамаг, мистер. Просто охренеть можно. Подсечка. Удар, удар. Оборона, акробатика бесполезна, так что. Ну, пока у нас не пробивает. Скоро начнет. Но мы типа настакали. Мы типа настакали себе кучу ловкости.
Может быть, затащим. А может быть и нет. Оборона 14. Кунай не активировать. Знаешь что? Вот так. Я так и думал, сейчас будет мега-атака. Но у нас есть энергия. Нам нужны карты на защиту. Я все это сбрасываю. Прекрасно. О, ураган стали. Окей. Оборона раз. Оборона два. Оборона три. Дальше. Бум, ураган стали. И от заточек мы ищем защиту. В любом виде. Мы ее нашли, ничего нельзя сказать. И нашли фантома-убийцу. Две копии, которые нам нахрен не нужны. Пожалуйста. Help. Кульминация! Как мне тебя сыграть? Ха, 51 урона. Да ты охренел. Окей, 38 урона. Уже лучше. Но не намного. У нас сейчас двойной урон. Мы можем его добить? 18 плюс 18 плюс 28. Да хер мы можем, а не добить его. Кульминация не сыграет на следующий ход. Мы можем активировать кунай, а потом сыграть оборону. Типа это наш дамаг. 12 здоровья. Да ну пожалуйста, нет. Как я зол. Неужели мы все-таки умрем на нем? Так. Он наносит 58 урона. Как нам его добить? Типа никак, да? Бросить дымовую шашку. Мы можем сыграть подсечка, выживание. Оборона, выживание. Что у нас здесь? Можно акробатикой попробовать вытащить застывшее время. Если мы акробатикой вытащим застывшее время, то все будет окей. Шансы на это, мягко говоря, не очень. А, да, энергии не хватит, я лох. Так, хорошо, тогда наш максимальный блок — это выживание, оборона. И ничего такого. Ну, мы ловкость рук можем вытащить акробатикой. Все равно у него блок, мы его не пробиваем. Ну. Хвост ящерицы. Спасибо тебе огромное, что ты у меня есть. Я тебя очень люблю, ты классный. Очень классный. Нам его надо добивать как-то. Не знаю как, но как-то надо добивать. А это Unreal. Следующую атаку мы не переживем. Но он не добивается. Поэтому
Ждем дальше. Ну все, нет, сейчас мы его должны убить. Должны. Убьем. У него 26 плюс 8. 10 плюс 9, 19. Как мы его добьем? Не добьем мы его. О чем вы говорите? Ну, он нас тоже сейчас не особо пробьет. Ну. А, он сам себя убьет. Все нормально. Потратили хвост ящерицы, что я могу сказать. Хрустальный нож, застывшее время, кошмар. Ну, из всего этого, наверное, застывшее время играет лучше всего. И сейчас глаз змека нужен. Фак. Обязательно было давать мне вот это. То есть нельзя было как-то сделать так, чтобы мне здесь дали энергию. Единственная энергия, вот кофейная воронка, я не знаю, это смерть. Кофейная воронка не канает. Мы не можем ее взять. Мы могли бы взять колокол, если бы Амамори еще была, но придется обойтись веткой. Клеткой, в смысле. Бери колокол. Да колокол это смерть, о чем вы говорите? Что мы будем с ним делать? У нас сброса нету. Проклятие это не статусы, аптечка тут не поможет. В магазах их уберешь. Блять. Хорошо, чат. Ну, правда, клетка не лучше. Опять же, потому что у нас удары и обороны улучшены. Мы уберем удар оборону, мы особо ничего не выиграем. Ох. Обыденность, сожаление, паразит. Ладно, хер с ним, с паразитом. Но обыденность, сожаление, это писец. Мешочек с шариками, замерзшее яйцо, нитка с иголкой. Окей, три топовые реликвии. Ничего не могу сказать. Магазины. Че, вы довольны, чат? Вы довольны? Вы видите вот это? Че вы мне скажете по вот этому поводу? На всех путях элитки. Единственный магазин идет через огненную элитку. Мы мертвы. Нет, колокол было правильное решение, просто не повезло очень сильно. Нам нужно как-то, каким-то образом... А, мы знаем, что мы от нее сбежим этим дымовой шашкой. О, точно. Сбегаем с нее, от нее дымовой шашкой и нахрен валим. И будем надеяться, что будет убирание карт в вопросиках. Это не значит, что мы еще и обычные комнаты пройдем нормально. Энергии нет. Когда у тебя нет энергии, все очень плохо. Обычно. Застывшее время как-то поздновато пришло. Но нитка с иголкой топ. Замерзшее яйцо. Я не знаю, какие я таланты еще хочу. Честно говоря, особо никаких. Это мы сделали. Что мы еще хотим? Наверное, шипы. Знаки вопроса может магаз быть. Ну, да, мы идем туда с расчетом, что либо там попадется что-то, что поможет нам убрать, собственно, проклятие, либо что там просто будет магазин, в котором, ну, мы уберем эти проклятия. Вы мне все надоели. Вообще жутко. До свидания.
Кто у нас босс? Таймлорд. Ну, скажем так. Хорошо, что не взяли купол. Улучшить все карты, вы не сможете восполнять здоровье. Fuck you, игра. Просто fuck you. Не надо мне такого счастья. Вместе с Орехалком мы получаем 10 пассивной брони вход. Так-то это очень круто. Так, мы его сейчас разделяем, получается, да? Ну и разделяем. Ну и горе он синим пламенем. Да вы охренели. Мы сейчас получим тонну дамага просто так, как с куста. А не, нихера, не тонну. Чуть-чуть получили. И взрыв трупа провтыкали. Раз, два, три, четыре. Ау. Ну, слушай, бой прошел хорошо. Может, сейчас будет релик, который нас затащит, который все нам выиграет нахрен. Давай, Шара, приди. Пожалуйста, Шара, карманные часы. Ну, не Шара. Такая Шара. Средние руки. Надо было, кстати, сначала все бесплатные карты сыграть. Получить карты от сухой ветки. Потом уже играть остановку времени, окей? А мы его могли, наверное, убить. Ну, ладно. Плевать. Он и так труп. Часы с обыденностью Поггерс. Да. Охренеть просто. Не знаю, куда хоть складывать мою радость. Магазин. Надеть красную маску, получить 222 золота. Ну, супер. У нас есть деньги. Осталось дожить до того момента, когда мы их используем. Хоть бери сейчас, сбегай, я вот отвечаю. Хоть прям бери вот и дымовую шашку сейчас вырубай. Просто не хочу ничего знать про этот бой. Ну, пока еще рано, смысла нет. Что будет? Каких мы элиток можем встретить? Мы можем встретить голову. Голова нас убивает. У нас колода против головы отвратительная. Вторая элитка. Змей. Королева змей. Или как там ее? Чувиха со змеями. Она нас тоже убивает. Потому что она слишком медленная колода. И нет масс дамага. Какая третья элитка на этом этаже-то? Господи. Я не могу вспомнить, какая еще элитка на этом этаже. Короче, я решил, что нам... Енот-некромант, ты че? Фуфушка, спасибо тебе огромное за подписку. Целых 3 месяца подряд. Раз, два, три. Это тебе. Окей, слушай, может быть, у нас все не так плохо.
Добор есть еще? Нету. Но стоит сыграть умри, умри, умри сначала. Потому что мы потом можем карту... О! О как! Застывшее время... Ну, кстати, ну плюс 7 урона, короче, нам застывшее время тут дало. Что тоже на дороге не валяется. А, и это было и кунай сработало. Ну, норм. Пожалуйста, защита. А, я не хочу вообще видеть больше себя в зеркало. Я не вынесу этого. Мы можем его убить? Даже не мечтая об этом. Нам нужно 60 урона нанести в этот ход. Вот мы, в принципе, и умерли, да? 13 плюс, 3, плюс 12. Синее небо — это Unreal. То есть, вот такая рука без защиты. И как бы до свидания. Это максимальный урон, который мы можем выдать. Мы получим 9 блока. И мы гарантированно умрем на следующей элитке. Просто без вариантов. Сейчас будет элитка, мы на ней умираем, если мы пропускаем эти удары. 4 плюс 12. Мы получим 16 урона. У нас останется 20 здоровья. Не факт, что мы завалим его на следующий ход, если вытащим обыденность. Ты сбежать можешь. Ладно. Мы будем сбегать от той элитки. Ну а что нам делать остается? Я поискал что-нибудь интересное, не знаю, что я искал. Окей, все нормально. Я не прав, мы не получим урон. Коварный удар, разрез, выбить дух. Все лишка. Немезис, точно, я забыл. Забыл про него. Да. Мы пока попробуем с ним потусить. Йоу. Идеально. Попробуем тусануть с Немезисом. Посмотрим, как пойдет. Все будет очень плохо, мы сбегаем. Пока он нам урона не наносит, что нам бояться. Ожоги мы можем сжечь. Вот теперь пора бежать. Потому что мы тупо мертвы. Пока Немезис. До свидания. Всем привет. Я много пропустил. Да здравствует больничный. Самый гуманный больничный в мире. Йоу, Айн, спасибо тебе огромное за донат. 50 сердечком. Спасибо большое, чувак. А, слушай, этот... добро пожаловать. Ну, ты немного пропустил. Это первый забег на этом стриме. Первый, самый первый забег. Поэтому так-то нет, немного. И... слушай, больничный это... Надеюсь, что у тебя все в порядке. Что это просто такой больничный, типа, доктор, мне что-то не хочется на работу идти. Дайте мне больничный. Окей, с вас $30. Доктор, что за больничный, дорогой? Или я вызываю полицию? Окей, ладно, $30, доктор, как сказали. Зеркало Долли. Сохранено насекомое, боевая раскраска. Насекомое нам не потребуется. Мы больше с элитками не связываемся. Хотя вот сюда можно было пойти. С насекомым в эту сторону. Но я наглею. Зеркало Долли. Что мы будем копировать зеркалом Долли, если будем копировать? Как бы всегда можно скопировать адреналин. Хм.
Копируй проклятие, будет весело. Ха-ха-ха. Вау! Веселье. Фан. Очень, очень весело. Видишь, у нас таймлорд босс. То есть такие вещи типа... смертельного яда, едких испарений не очень против него. Какое музло на донате 50 рублей? Это умф, аугнауфишкамен. Так пишется. Шипы. Шипы вариант для копирования. Ну, блин, я волнуюсь, что у нас колода все медленнее делается. Если мы улучшим навыки, кстати, у нас практически гарантированно попадет в нужные навыки. Ну, или мы можем рискнуть пойти сюда, купить насекомое, пойти на эту элитку и попробовать в еще один магазин зайти перед боссом. Ты знаешь, теоретически это может нам помочь очень сильно. И надо посмотреть на баночки. Я беру настой энтропии. Насекомое. И нам лучше пойти убрать еще одно проклятие. Короче, я вот эту ту 200-ку оставляю. Но я не вижу, как здесь что-то нам прям очень помогает. Пойдем сюда, потом здесь мы хильнемся. Здесь элитка с насекомым. Потом у нас еще два магазина. Если мы эту элитку не завалим, мы не завалим двух боссов. А, мы умрем здесь, неважно. Забейте на все, что я говорил. Переходящий. Я офигею с этой игры. Просто офигею. Сколько нам на него яда надо настакать, чтобы он нас не дамажил? До хера. Help. Please help. Вот это с него снимает 13 урона. Удар. То есть это наши самые лучшие защитные карты. 24, плюс он получит 12 от яда. То есть он будет наносить 12. Из этого у нас 9 пассивного блока. От орехалка. Мы можем включить шипы, но шипы против него бесполезны. Правильно? Правильно. Можешь сделать заготовку, но покрыть ядом. Вот это, наверное, нам нужно сделать. Два урона в итоге. Ну, дальше будет лучше. Охренительно подготовили покрыть ядом. Просто супер. Ну, хотя бы застывшее время есть. Слушай, нет, ну мы на него яд стакаем. И, в принципе, он нас дамажит не сильно пока что. Но учитывайте, что мы еще под зельем. Ну, точнее, он под зельем уязвимости. Прекрасно, идеально. Окей. Может быть, еще не все потеряно. Может быть, у нас еще есть хороший шанс. Где-то там он, этот шанс лежит. Пережили бой. У нас каждый бой, блин, как финальный. Это вообще жесть какая-то. Просто жесть. Колода готова. Если она не сработает сейчас, она не сработает никогда. Курьер. Ну, хорошо.
перед магазином. Надо точно тогда в магазин идти. Сейчас посмотрим, сколько мы хильнемся. 55, 76. Мы должны попробовать зайти в этот магазин. И мы должны попробовать получить там хотя бы зелье на финальный бой. Зелье ловкости, зелье силы, что-нибудь такое. И убрать проклятие. Здесь, да, безопаснее, но, пожалуйста, игра, спаси меня. Дай мне что-то хорошее. Гений тактики, находка, ментальный взрыв. Кого мы хотим? Наверное, голова, да, самый для нас такой вариант, который может теоретически выжить у нас. Кумарит проклятие. Если мы пойдем с этим проклятием на таймлорда, ну куда? Ну что мы там будем делать? Концентрация сбрасывает 3 карты. То есть... Знаешь, концентрация, а потом хищник, наверное... А что нам концентрация, а потом хищник? Че, какая нам разница? Просто хищника и все. Не надо изобретать велосипед. Пока он сильно не дамажит, мы можем спокойно вливать в него урон. То есть делать там что-то такие маневры, типа... Концентрация сбросить, это... И разыграть 4, все 4 атаки. Начиная с самой слабой и к самой сильной. Ну, типа подамажили, чё. Соберись, ты должен взять это возвышение. Не сдавайся, а то я опять начну пошлые вопросы задавать. О, нет. Только не пошлые вопросы. Нет. Стоп. После выживания мы не сможем сыграть застывшее время. Не тупи. А вот теперь мы сможем после выживания сыграть застывшее время. Так. Так. И пошло огромное, жирное, застывшее время. Бум. Сначала все карты не атаки. Слабость. Окей, прекрасно. Теперь карты, которые наносят меньше всего урона. Это шквал кинжалов. Это удар, удар, удар. Дальше отравленный нож. И самая сильная атака — изрешетить. Ну, типа норм. Мы получили 10. Слушай, я думаю, что мы можем затащить. Кунай не активировать здесь. А у него еще 80-ка здоровья. Но мы делаем много блока, если он нам приходит, конечно. А он приходит не всегда. Блок, блок. Еще яд. Окей, мы прошли эту элитку. Ну, я удивлен не меньше, чем вы. Ловец снов. Эх. Все не то. Танец клинков улучшен. Ну, если бы, блин, это не был таймлорд, то я еще как-нибудь мог бы посмотреть. Окей. Вещество X выигрывает забеги. Какие забеги оно выигрывает? Если есть карты на X. Есть у нас карты на X? У нас есть хер на X. Хорошая карта, хер на X. Мне очень нравится. Дальше. Грация есть улучшенная. Это good. Убираем проклятие. Что мы хотим? Мы, наверное, хотим грацию и по зелье. Мы можем взять две копии грации. Будет слишком медленная колода, нам нельзя брать две копии грации.
Даже улучшенная. Призрак в банке для выживаемости. После этого у нас что остается? Почти ничего. Или слабости остается. Ну, как-то так. И я не думаю, что какой-то апгрейд здесь нас может спасти. Единственное, что я думаю, может быть, апгрейд на застывшее время, чтобы мы, если что, его могли сыграть после того, как поиграли другие карты. Ну, типа пошла жара. Грация в первой руке, окей. Не могу ничего жаловаться. Нет, стоп. Сначала адреналин, смотрим, что нам придет. Дальше нож в спину, смотрим, что нам придет. Так, окей. Может, мы с гением тактики вытащим застывшее время? Хер. Окей, ладно. Тогда грация, шипы. Играем еще одну атаку, активируем ловкость от кунаи. Да. И, ну что неуловимость, что оборона дает одинаково блока. 16 блока. Он бьет на 18. Мы пропустили здесь 2. Ну, что делать? Да, уже хуже. Намного хуже. Я бы сказал, это ужасно, отвратительно и вообще катастрофа. Дай мне защиту, вечная агония. Спасибо. В таком случае, пошла ты тоже. Окей, хворь. Но какой-то энергии дополнительной у нас нету. Мы можем взять только вот такое что-то. Зелье призрака на последний момент храним. Вообще-то нам надо не получать на нем урон, потому что здесь еще второй босс после этого будет. Но если там будут донные дека, мы, кстати, в принципе, нормально против них должны стоять. А этот чувак кумарит. И мы не можем сыграть еще одну карту. Соответственно, на следующий ход мы играем ровно одну карту. Что очень плохо. Одну карту. Это должна быть подсечка. Привет, я только пришел. Что тут происходит? Йоу, Артем, спасибо тебе огромное за донат целых 100, чувак. Спасибо тебе большое. А, слушай, ну что происходит? Это у нас пожиратель времени, как видишь. С ним все в порядке, он нормально себя чувствует. А, ну, происходит катастрофа. Нас рвут на мелкие, на 1000 маленьких безмолвных. Что мы можем здесь сделать? Я не хочу играть здесь сейчас призрак в банке. Но если мы играем призрак в банке, мы можем сыграть на него хворь на минус 4. Играем хворь. Он ее снимает на следующий ход, потому что он будет снимать с себя дебафы. Если мы не играем хворь, то мы пытаемся за точками вытащить защиту. Мы не вытащили защиту за точками. Мы сжигаем слизь, пытаемся вытащить защиту. Мы не вытащили защиту, спойлеры. 9-3. 27 урона. Сейчас бы хворь плюс вещество X. Да.
Это правда. Ну ладно, мы, короче, делаем очень просто. Мы пропускаем этот урон. Я не использую здесь призрак банка. ЕПТ мягкий знак ТМДАК. Окей. Шазенцур, спасибо тебе огромное за донат. В 32. Спасибо большое, чувак. И за доброе слово тоже спасибо. Так, тепло на душе, приятно стало сразу. У нас есть облик призрака. Это как бы типа круто. Облик призрака есть. Облик рано врубать. Облик надо врубать тогда, когда он атакует. Вот. Например, сейчас. Мы начнем терять ловкость большими темпами. Можем замутить 33 блока здесь. Наверное, вот это время для призрака в банке. Ради того, чтобы влить в него дамаг. И облик мы будем держать на потом. Потому что я рассчитываю на то, что он на следующий ход не будет атаковать, будет защищаться. Хер. Ну ладно, как скажешь. Фак, мы можем только 4 карты сыграть, у нас застывшее время. Как неудачно таймлорд попался. Это просто жесть. Следующее время, облик. Еще 2 карты. Мы, короче, будем сидеть в защите и надеяться, что мы можем передефать его. Я не вижу, ну, как передефать. У нас защита уменьшается постепенно, ловкость в смысле. Мы стали смертными, поздравляю нас. 30 урона. Как скажете. Двадцать три блока. Так вот. Вливаем в него какой-то урон, который можем. И вот пошло. 16 на 3. Двенадцать на три. Хэй, а ты устраиваешь сходки? И из какого ты города? Меньше чем 3. Йоу, мистер Клаун, спасибо тебе огромное за донат. 32. Спасибо большое, чувак. Да не, какие сходки? Я домашний чувак. Я никуда не хожу, ничего не делаю. Время хвори. Я из Ярославля, это никакой не секрет. Я из Ярика, но... Ну, какие сходки? Ну ты чё? Это... Представь, сколько работы, силы, энергии на это надо потратить. Я... Не. Так. Как нам его убить? Ну, казалось бы, хворь. Все равно мы его не добьем сейчас. Поэтому ужас. Хворь. На следующий ход нам его не добить, поэтому играем, как играем. Надо вместо выживания. Не, нихера, выживание наш самый большой блок.
Когда это он на нас хрупкость успел наложить? Ты, мудила. Кто тебе такое разрешил вообще? Раз, два. Где еще блоки? Эй, где блоки, капитан? Очевидность, блин. А блоков-то нет. А, капитан? Умер твой. Было хорошо. Была хорошая колода. Ну, таймлорд. Что могу сказать? У тебя ловкость падает, не забудь. Да, но если бы мы тогда и не сыграли это бессмертие, мы бы уже были мертвы, поэтому... Вау, поэтому и так пойдет. Без всяких этих дополнительных фигов. Слушай, хорошо поиграли. Очень хороший забег. Мне понравился. Надеюсь, вам понравился этот забег. Если это так, то нажимайте на кнопку лайк, это будет огромная помощь. Хотите смотреть еще, конечно, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Ну, а я благодарю вас за то, что вы смотрели это видео. И увижусь обязательно с вами в следующий раз.